Еще неделю назад работники прокуратуры ютились в 4 помещениях, расположенных в администрации городского округа. Сегодня практически у каждого из 11 человек новый кабинет. Сейчас нам удобнее в том плане, что у нас близость к правоохранительным органам, к полиции, к суду, где мы по роду своей деятельности бываем наиболее часто. Поэтому, безусловно, расположение нам где-то удобнее, чем было располагаться в здании администрации. Кроме того, в здании администрации мы, как прокуратура, находились в крайне стесненных условиях. То есть, если раньше у нас было 4 кабинета, сейчас тут у нас 8 кабинетов, то есть практически в 2 раза больше. Правда, не меньше размером, но, тем не менее, это все равно гораздо удобнее. Бывшие медицинские кабинеты преобразились до неузнаваемости. В помещениях проведен косметический ремонт. Сегодня здесь хватит места многочисленным документам и архиву. Окончательно будет переезд завершен через несколько дней. И уже на новом месте сотрудники прокуратуры могут спокойно заниматься новым для них видом работы – составлением банка данных статистических показателей о состоянии законности и преступности на территории Верхнесалдинского городского округа. В этой статистической системе можно будет посмотреть любой материал, то есть когда было обращение гражданина по материалу, какое было принято решение, сколько раз этот материал отменялся, если он отменялся, то есть все полностью движение по материалу. В связи с этим будет можно четко рассмотреть сроки рассмотрения сообщения о преступлении, которое по правилам должно быть рассмотрено у нас в течение 3 суток, в исключительных случаях в течение 10 суток. То есть данная система, она фактически не позволит сотрудникам милиции нарушать сроки рассмотрения сотрудникам полиции. Сроки рассмотрения сообщений о преступлениях, они будут четко контролироваться и оперативно нарушения будут выявляться и приниматься меры реагирования. Верхняя Салда, улица Воронова, 19. По этому адресу сегодня располагается прокуратура. В просторных светлых кабинетах удобнее как самим сотрудникам, так и посетителям, которые могут прийти на прием в любой из рабочих дней. Прием в прокуратуре у нас ведется ежедневно. Ежедневно он проходит в рабочее время с 9 до 18 часов. Производится он как прокурором, так и сотрудниками прокуратуры. Причем, чтобы попасть на прием к прокурору, не обязательно ждать приемного дня прокурора, который у нас по вторникам. Любой сотрудник может гражданина принять и все ему доходчиво объяснить. Все сотрудники прокуратуры у нас опытные, все работают не первый год, поэтому все консультации, все обращения будут даны качественно, обращения рассмотрены своевременно и в срок.